прежде всего на свои коренные национальные интересы, ориентируется на ФИАМ такой подход. Будем рады видеть президента Сербии Александра Вучича на праздновании 75-й годовщины победы в Москве свыше 2 миллиардов 600 миллионов долларов. Россия сегодня занимает третье место в торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом, придаст новый им проектам создания новых надежных маршрутов поставки российского газа в Сербию, российские компании в реализации проектов строительства новых и реконструкции действующих энергетических госпредприятий электрохозяйства Сербии и ПАО «Силовые машины», а совместно с Никола Тесла и Костолац, которые были произведены и смонтированы этой компонентной энергии. Проделана большая работа по формированию нормологии и инноваций на территории Сербии в октябре 2019 года. Российско-сербское взаимодействие в области космической деятельности. У России и Сербии давние теплые отношения, и наша общая задача всесторонняя. На гостеприимство и председателю Татарстана. I nadam se da će njihova delegacija doći u Srbiju i da ćemo dobro sarađivati sa političkom planu, ali i na ekonomskom, kulturnom, prosvetnom, naučnom i tako dalje. Mnogo doprinose redovni susreti na najvišem i visokom nivou, kao što je poseta predsednika Ruske federacije Putina 17. januara prošle godine. Poseta tadašnjeg premijera Medvedeva u oktobru 2019. godine, Aleksandra Vučića, Sočiju, u Sočiju 4. decembra 2019. i susret sa predsednikom Putinom. O strateškog partnerstva. Naše dve zemlje izvanredno sarađuju i na multilateralnom planu.